Активный отдых химчан теперь будет проходить на высоте. Причем в буквальном смысле. Веревочный парк с трассами на уровне 5 метров готовится к открытию в парке Толстого. Развлечение придется по душе не только детям, но и взрослым. Канатные дорожки, препятствия, страховка, профессиональное оборудование – все как при покорении горных вершин. Название у аттракциона тоже подходящее – школа супергероев. О первых смельчаках Екатерина Зайнулова. У маленького Юры сегодня большой день, а точнее высокий. Через пару минут 6-летний мальчишка впервые покорит вековые дубы парка Толстого. О том, что нешуточное это дело, говорит профессиональное снаряжение юных альпинистов и четкие указания инструктора. Мне интересно, потому что тут можно лазить повсюду. И переходить, это ведь как спорт. Страховку держать строго перед собой. На одной платформе больше двух не собираться, карабин с троса не снимать. Но и при соблюдении этих правил путь как по маслу не будет. Ведь на то он и веревочный парк, или панда-парк, как его называют в Европе. Адреналин, эмоции и небольшая доля страха. Все-таки высота 4,5 метра. Однако среди желающих, даже девчонки. Решила заняться спортом, мне интересно стало. Страшно? Чуть-чуть. Но все равно пойдешь. Да. Панда-парк разместился недалеко от центрального входа в парк Толстого. На данный момент уже смонтировано две трассы. Там на железных тросах посетители аттракциона поджидают разнообразные препятствия. Здесь как никогда нужно проявить ловкость, смелость и решимость. Посетить веревочный парк может не каждый. Рост не ниже 120 сантиметров, иначе не дотянуться до страховки. Вес не больше 150 килограмм, иначе элементы трассы могут повредиться. В остальном ограничений никаких. За безопасность детей переживать тоже не стоит. У нас есть система непрерывной страховки. Это означает, что ребенок, вначале мы его пристегнули, на протяжении всего маршрута, он не может эту страховку снять, то есть он всегда закреплен. Панда-парк решили назвать школой супергероев. Ощутить себя человеком-пауком, хищником, суперменом можно в любой день с 11 утра до 9 часов вечера. Предпосылы были развивать эту парковую территорию в различных направлениях. Но вообще веревочные парки – это тренд, наверное, не новый. Уже во многих странах он давно себя прижил, развил и где-то даже уже, наверное, стал неинтересен. У нас это вот впервые. Цены, в отличие от самого аттракциона, не пугают. Прохождение одного маршрута – 250 рублей, выходные – 350. При двухразовом прохождении цена снижается. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Политика дирекции парков и администрации городского округа Химки, да, всегда идти навстречу людям малообеспеченным, малозащищенным. Но фактически все обращения, которые поступали от детских домов, от многодетных семей, от прочих различных центров, да, мы всегда идем навстречу. В скором времени в панда-парке появится трасса для совсем малышей, то есть для тех, кто только-только начал ходить. К слову, ее монтаж – не конечные работы по созданию аттракциона. В планах местного руководства – расширение, причем значительное. Екатерина Зайнулова, Сергей Мальцев, служба новостей.